Анонс и точка выхода 76-й серии турецкого сериала «Три сестры». 76-я серия сериала выйдет в эфир 2 марта. Ранее в сериале мы увидели Рычхан, которая готова сделать все для того, чтобы квартал был в порядке. Женщина хоть напугана, но она не намерена сдаваться. Сумер устраивает Тюркан праздничное свидание. Девушка интересуется, разве сейчас подходящее время для того, чтобы праздновать? Но Сумер говорит, что у них есть очень хороший повод для праздника. На руках полиции оказалась улика, которая сможет вытащить его отца из тюрьмы. Говоря об этом, он целует возлюбленную в щеку. Также он говорит, что спасение отца – это еще не все. У них получится вернуть ту жизнь, которая была нагло украдена. У них получится вернуть все, что принадлежит им. А Аднан понесет заслуженное наказание за все свои грехи. Садык встречается с Межган. На лице женщины свежий синяк. Садык пытается выяснить, кто причинил боль дорогому для него человеку. Межган прижимается к нему, желая разделить свою боль. Квартал приходит в себя в больнице. Рядом с ним сидит Рычхан. Женщина говорит, что она все знает. Она знает о том, что он ее сын. Аднан приходит к Рычхану. Он рассказывает сестре, что Самер сейчас на мушке у его человека. Сам же он наставляет пистолет на квартала. Он говорит женщине, что она должна сделать выбор. Сын, которого она растила всю жизнь, или сын, которого всю жизнь искала. Для одного из них она должна выбрать жизнь, для другого – смерть. Рычхан хочет защитить обоих сыновей, но не знает как. 76-я серия сериала выйдет в эфир 2 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.